Милана Петрова сядет в тюрьму. Меня действительно завели уголовное дело. На Милану Петрову завели уголовное дело, теперь ей грозит 13 лет лишения свободы. Блогершу хотели арестовать прямо в Таиланде, где она жила последнее время. Но сейчас Петрова находится в другой стране. По моему делу мне грозит лет 13. Меня объявили, да, в федеральный розыск. Милана также поделилась, что теперь может жить только в Европе и Америке, так как другие страны, по ее мнению, активно выдают преступников властям РФ.